Перекресток улиц Лежневской и Вележской по праву может считаться одним из самых аварийных. Не так давно здесь установили светофор с дополнительной секцией, стрелкой налево, но, видимо, не помогло. Во вторник днем здесь произошло еще одно серьезное ДТП. Автомобиль Volkswagen, двигаясь по Лежневской в сторону автовокзала, на светофоре пытался повернуть к торговому центру. Автомобиль Mitsubishi ехал во встречном направлении прямо. Почему столкнулись автомобили, кто кого не пропустил, пока не ясно. В результате ДТП в больнице оказалась девушка, находившаяся за рулем Mitsubishi, а также маленькая пассажирка Volkswagen, 4-летняя девочка, у которой, кстати, сегодня день рождения. Ребенок находился в машине без детского кресла, был пристегнут штатным автомобильным ремнем. Если бы родители подарили ребенку на день рождения удерживающее устройство, возможно, праздник не был бы испорчен. На сегодняшний день уже в городе зарегистрировано 20 дорожно-транспортных происшествий с участием детей. При этом в апреле произошло уже 3 дорожно-транспортных происшествия с начала месяца. Дети в основном являются пассажирами и страдают по вине своих родителей, которые либо нарушают требования правил дорожного движения, либо перевозят детей без детских удерживающих устройств.